Коллеги, всем привет. Тут обновилась аудитория не сильно, я этому очень рад. Значит, что мы то, что обсудили на предыдущей секции про методистов и экспертов, не будем базовые вещи опять напоминать, а уже будем как-то копать вглубь, потому что слева от меня самые сильные методисты всей Руси, до которых я смог дотянуться, замечательные девушки, у которых огромный опыт именно в методическом проектировании курсов, опять же, в совершенно разных сферах. И сейчас я попрошу вас всех представиться и рассказать именно про свои проекты и про вот этот этап становления методистом, потому что сейчас ко мне подошли в перерыве молодой человек и говорит, а вот методисты нужны, а где их взять? И вот никто не знает на рынке, где взять методистов, и нам поэтому отдельно интересно, как вы тут появились и почему вы сидите и можете об этом компетентно заявлять. Давай, может. Да. Тогда по очереди. Давай, нажимай. Раз. Можешь сюда говорить? Сейчас, вот теперь меня слышно. Я буду немножко прямо к вам ближе. Меня зовут Мария Панкова, я работаю в компании Contented, и 5 лет я уже занимаюсь педагогическим дизайном. До этого у меня был опыт преподавания в университете, и также я учила школьников. Так что если вы занимаетесь чем-то подобным, и вам нравится проектировать уроки, вам нравится экспериментировать, наверняка онлайн-образование – это ваше, и педагогический дизайн тоже. Про компанию Contented мы занимаемся продажами B2C. Мы не можем заставить студентов купить наш курс, мы не можем заставить их пройти курс. Поэтому на нас здесь лежит особая ответственность сделать курс таким, чтобы он был вовлеченным, да, чтобы он не отпускал студентов. Поэтому мы вот прилагаем все возможные силы, используем самые разные механики и стараемся делать курсы такими, чтобы они держали студентов как хороший сериал. Вот, собственно, вот так. Говорить микрофон. Всем здравствуйте, добрый день. Меня зовут Евгения Посухова. Я занимаюсь педагогическим дизайном не могу посчитать, сколько лет. Я работала бизнес-тренером в начале своей карьеры, поэтому, скорее всего, отвечая на вопрос, где найти, может быть, среди бизнес-тренеров есть методисты хорошие, надо поискать. Я